Хей, йога, с вами Шмаки, мы продолжаем проходить руху под названием Castle Crasher. И дальше мы отправляемся на войну варваров. Мышку брать. О, меня сразу в гущу событий отправили. Давайте, рыцари, побежали. Спасаем нашего. Ну да, типа... 50-50 увеличили урон. А, наш кубик тоже пропадает. Так, бананычи. Килки. Ого, ого. Не, ну это чисто закликивание, поэтому. Не, ну лучше здесь, конечно, сильно атаку юзать. Да, и немного быстрее стал. Тогда я быстрее стал, слушайте. Воришку нужно грохнуть. Ах ты. Ни хрена себе. Нос щухается. Нос щухается. Короче, нужно... Уху. Не вижу, не вижу, не вижу, не вижу. Ой. Тихо, вишенки. Вишенки это хилки, поэтому их нужно подбирать. Минус голова. С тела им нападает монетка. Блин, ты чё у нас чухается, ё-моё. Спасай челика. Ра. Давай, 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 убиваем, убиваем. Блин, я думал, типа, его защищу, и он, типа, мне поможет. Так, болото замедляет, хорошо. Не, пускай будет лучше лук. Ой, это типа босса, я понял. Тихо, тихо. Ну тихо, ну. Не мешай. Хорошо, я здесь понял. Так. Тут чисто урон нужно прокачивать из-за того, что они слишком, ну как, не жестко атакуют. Ах ты ж, ёлки-палки. Так, у нас есть еще, если я не забываю, магия. Нужно магию попытаться заюзать. Не очень какая-то магия.
Я не понимаю, что у меня магия делает, во-первых. Ладно, без магии справимся. Босс убит, босс убит, все, все, все. Телега уничтожена. Да иди вон, я монетку забрать не могу из-за тебя. Подожди, тут комбинации? Да, прикиньте, тут даже комбинации есть, оказывается. Я не думаю, может тут комбинашки есть. Так, хорошо, монетка. Две плюс монетки. Да, нужно, короче, на разбег берет сам. То есть он плюс еще рывок делает такой. Посмотрите, это типа атака колюща. А та так он типа летит на врага сам. Нет, вы чё гоните? Этот топор получше будет, чем те остальные. Так, давай сначала тебя сломаю. Тебе нельзя сломать. Ладно. Берем разгончик. Ну да, типа лучше в прыжок делать это, если много врагов, нужно протаранить. Типа два босса в серию, да, у нас? Блин, что-то тут не так. И серьезно, что-то тут не так. Да что вы мне хотите этот сраный это дать? Не нужен мне он. Ох, ё-ма-ё. Короче, здесь по два босса у нас выходит. Ух. Да, я понял, ты опасный. Ха. Так ты не различаешь врагов от этих, да, союзников? Ой, тихо-тихо. Я потерялся. Черт, черт. А чё вы влезать, алло? Ух ты ж, хорош, хорош. Да ну блин, а... Яблоко... Ну,
Принцессу носят. Тихо, яблоки, яблоки. Слишком, слишком быстро враги нападают на меня. Вот это херово, потому что... Я не знаю, кого, как атаковать. Типа он меня, да, он меня прессует, но... Я понял. А, они типа специально, да, мне еще обзор закрывают. Так, здесь лучше отходить. Тихо. Йоу. Ладно. Мы тоже можем заюзать магию. Я не понял, что она делает у нас. А, теперь, кажется, понял. Бесполезно. Так, не зажимать. Давай, 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 давай. Минус. Ух, ну давайте посмотрим, что там. Ни хрена себе. О, она еще и плюс исчезает, ё-моё. Нужно не забывать о прыжке. А вот это вот типа полноценный, да, уровни. Открыт новый персонаж. Оки-доки. У нас 6 даже их. Блин, не, все-таки враг с молнией, думал, посильнее будет. Давайте туда троечку. Сюда 2 и 1 сюда. Ага. И у нас развилка. Ну что, в принципе... Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, до новых встреч, друзья, всем пока.